Asaka Bank совместно с иностранными партнерами запускает проект по повышению операционной эффективности. Основным назначением проекта является хронометраж функций сотрудников банка, повышение эффективности ключевых процессов, сокращение операционных затрат, разработка оптимизированного проекта организационной структуры, а также создание системы оценки эффективности выполнения процессов. Проект нацелен на анализ и оценку эффективности существующих функций и трудозатрат, разработку необходимых решений и инициатив, сопровождение внедрения. Сегодня мы у нас в банке провели мероприятие по запуску проекта повышения операционной эффективности в АО Asaka Bank. Целью данного мероприятия являлось ознакомление с проектом, знакомство с командой банка, привлеченной в этот проект, и с командой исполнителя данного проекта. В результате банк должен получить функциональный анализ и оптимизированную организационную структуру и частичное совершенствование существующих бизнес-процессов путем избавления от информационных петлей, дублирования функций и исключения конфликта интересов, что в свою очередь повысит целую эффективность деятельности и конкурентоспособность. Мы поможем это все реализовать и внедрить. То есть мы проведем еще такие большие лин-сессии, которые соберем всех участников. Это будет в больших таких комнатах, кабинетах. Мы совместно с ними разберем, как организованы процессы сейчас, выстроим дорожные карты, что должно быть изменено, что с помощью цифровых инструментов, что с помощью реорганизации. И дальше мы вместе с банком будем помогать внедрять это все в жизнь, для того, чтобы банк все наши рекомендации мог применить в жизни и получить тот главный эффект по улучшению, по повышению производительности. Основной ценой реализации данного проекта является произвести анализ трудозатрат и обеспечить оптимальное распределение нагрузки на персонал, предоставить рекомендации и решения по внедрению системы оценки эффективности процессов, подготовить целевую организационно-функциональную структуру банка на 2022 год, а также оптимизировать издержки банка при исполнении процессов за счет автоматизации и роботизации процессов, а также использования электронного документооборота, централизации и устранения дублирования функционала подразделений, оптимизации избыточной численности персонала. Основанием для проведения проекта является реализация постановления о дополнительных мерах по повышению доступности банковских услуг, а также указ о стратегии реформирования банковской системы Республики Узбекистан на 2020-2025 годы.